Только сегодня. Главное предложение дня. Данное предложение не может не оставить вас равнодушными. Ведь каждое утро в осенний период мы с вами не хотим вылазить из уютного одеяла. Ну и, конечно, когда мы дома находимся в мягком уютном трикотаже и на хлопковой основе, нам тем более не хочется просто переодевать это на какую-то строгую рабочую одежду. Поэтому сегодня главным предложением дня становится хлопковый костюм «Двойка», который даст возможности вам его надевать и чувствовать комфорт максимально всегда. Данное предложение выполнено на 100% из хлопка, выполнено на утеплении в виде флиса, что обеспечивает максимальный комфорт и согрев осенними прохладной погодой. Неважно, где вы находитесь, на спортивной пробежке, либо вы просто сидите уютно на даче в кресле качалки. Ну и, конечно же, у нас с вами современный костюм дает тенденцию макротренда, то есть дает возможности сочетать его с любыми изделиями. Например, брюки-джоггеры от костюма вы можете сочетать с классическим жакетом, водолазкой и джемпером. А вот худи на молнии, которые сейчас очень популярны в этом сезоне, можно сочетать с вашей любимой элегантной, даже шифоновой юбкой. Бордовый цвет в размере сдвоенном 50-52 вы видите на Ксении. Кстати, сдвоенный размер это тоже будет являться вашим преимуществом. Светло-сиреневый оттенок, как напоминание о прошлом лете. Будет свежо и элегантно. Зеленый оттенок приобретает более густую фактуру, как и, в принципе, осенние листья, когда начинают постепенно убывать. Цвет индиго, как глубокое глубоководное море, океан, то есть вы, как женщина, глубина. Светло-серый оттенок, один из, пожалуй, самых любимых. Я сегодня вот как раз представляю и популяризирую этот серый цвет. Тоже можно выбрать для себя. Кстати, первый футер был и окрашен именно в такой цвет. Ну и завершит палитру классический черный оттенок. Данный костюм будет как альтернатива строгого костюма в жакетной группе. А у нас с вами спортивный костюм в таком оттенке. Сдвоенный размерный ряд – это ваше преимущество. 50-52, 54-56 и 58-60. То есть, по факту, три парных размера. Поэтому сегодня нужно включить скорость при заказе изделий. Ведь если дама в 50-м сидит и думает, например, дама 52, забирая костюм, забирает вместе с ним и 50-й размер, ведь они соединены друг с другом. 2999 рублей цена только сегодня. Ровно через сутки цена поднимется в среднем на 1000 рублей. Поэтому успевайте сегодня сэкономить и выбрать то, что актуально именно сейчас. Свободный крой дает возможности таким костюмам всегда быть универсальными для посадки на любой тип фигуры. Любая дама, любая красавица в императорской фигуре 60-го или средней фигуры 50-го будет выглядеть просто эффектно. Высокая посадка на брюках, крепление на резинку, манжеты на зоне щиколотки обеспечивают комфорт, удобство и лучшее соединение с вашей осенней обувью. А вот толстовка на молнии в этом сезоне очень популярна, потому что в какое-то время было популярно именно свитшот без молнии. Сейчас опять идет возвращение такой эстетики. Я считаю, что это, наоборот, максимально комфортно, потому что мы с вами можем под него пододевать какие-то яркие изделия, тем самым делать разнообразие. Ну и, конечно, снимать его так удобнее. Расстегнул и снял верхнее изделие, нежели когда свитшот нужно снимать через голову, тем самым переживать за прическу или, например, смазать макияж. То есть ваше преимущество здесь тоже именно в молнии. Конечно, у нас с вами внутри находится легкое флисовое напыление, которое обеспечивает комфорт. 65% хлопка в составе данного изделия. Смесовое полотно обеспечит этому костюму больше активности и, конечно, можно его стирать чаще, потому что смесовое полотно более в этом плане живучие. 2999 рублей. Делим пополам. Худи на молнии будет вам, а точнее обойдется в 1500 рублей. В вас такую же стоимость обходятся джоггеры. Я, кстати, недавно на маркетплейсах тоже подыскивал себе свитшот на молнии. Они в среднем 4-5 тысяч рублей. В итоге моя жадность победила. Я просто достал старый свитшот, сделал ему молнию, сам вшил и все. То есть вот вам, пожалуйста, приходится искать альтернативу, потому что дорого. Но 5 тысяч рублей отдавать вот так за изделие из футера с капюшоном на молнии, мне, конечно же, было прям вот очень жалко. А здесь у нас с вами вместе с брюками идет в комплекте. Это цвет бордо. Ксения выбирает сдвоенный размер 50-52. Светло-сиреневый оттенок. Вот такой эффектный зеленый цвет. Цвет индиго. Мой любимчик светло-серый.
и завершает палитру классический черный оттенок. Забираемый размер с вами по классике. Ваш размер должен стоять первый с дробью к последующему. Ксения, как пример. Обладательница песочных часов размера 50, выбирая 50 дробь 52, имеет припуск для того, чтобы поправиться, похудеть или просто чувствовать комфорт, чтобы под худи пододеть дополнительные изделия. Обратите внимание на крой воротника. Воротник идет с плавным переходом в стойку, что обеспечивает максимальный комфорт, не нужны пока что шарфы. Ну и, конечно же, современные тенденции дают возможность сочетать такие спортивные элементы с различными неклассическими и непривычными для него сочетаниями. Например, худи одевать под классическое пальто, тренч, жакет. Вы можете сочетать худи с плиссированной юбкой, то есть создавать женственность плюс спорт. Вы можете носить худи с джинсами, с футболками и майками. Вы можете, наоборот, джоггеры надевать с каблуком и добавлять сверху классическое изделие. Кстати, на фотографиях в зеленом цвете, в черной куртке-косухе была знаменитая Мирослава Дума. Одна из самых главных IT-гёрл России, которая представляла нас на международном рынке в индустрии моды. Вот, смотрите, серый костюм. У нас с вами вот худи 61 сантиметр длина. Как я вам показал, да, здесь идет у нас непривычная для него стойка воротник. Чаще всего она идет вот так, врезается в шов, а здесь сделали с подъемом. Шнурок при желании можно, кстати, заменить на какой-нибудь яркий. То есть можно включить фантазии джоггера. Вот смотрите, на мне сегодня костюм, да, я выбрал свитер, я добавил сюда классический пиджак и брюки. При желании в моем гардеробе тоже есть вот такого светло-серого цвета комплект и брюки, и худи. То есть оно единственное только без молнии. Вот смотрите, я бы мог бы оставить классические брюки и, сняв свой пиджак, вот такой худи надеть поверх свитера, что я сейчас, в принципе, и сделаю. Либо наоборот, я оставляю весь классический верх, вот такой мягкий свитер, вот такой пиджак, а вместо классических брюк добавляю сюда джоггеры. Все, образ немного становится мягче. При этом, кстати, хочу напомнить, что на мне сегодня кроссовки от бренда El Tempo, которые вы можете заказать после моего прямого эфира в рубрике «Обувь» со Светланой Гаровой. Данные кроссовки выполнены из 100% кожи, безумно легкие, и я отмечу, что они очень миниатюрно смотрятся, хотя при этом соответствуют размеру. У нас с вами появляются вопросы из колл-центра, как постирать костюм. Смотрите, если бы данный комплект был бы выполнен полностью из 100% хлопка, то его, конечно же, частая стирка была бы немножко ограничена. То есть из 100% хлопка изделия лучше стирать не так часто. Так как здесь смесовое полотно, 65 хлопка на оставшиеся 35 искусственного волокна, то увеличивать стирку можно чаще. То есть если из 100% хлопка костюм стираем один раз в неделю, то такой можно 4 раза. 2999 рублей.